Всем привет, с вами я, Маша. И сегодня я вам покажу обзор на набор от фирмы Рано Креатив «Вырасти меня». В этом наборе говорится, как вырастить петунью. И в этом наборе вы сможете узнать, как вырастить петунью. В этот набор входит цветочный горшок, этикетка-календарь, грунт и семена. Вы можете сделать свой собственный эко-сад. И это набор для экспериментов. Наука плюс игра. Увлекательная ботаника. Как раз можете изучить ботанику, если вам задано выучить описание петунии. Здесь написано также, как произошла петуния и полезные советы, что нужно делать с петунией и как вырастить петунию. Расскажу вам, что такое, кто такая петунья. Петунья – род травянистых или полукустарниковых растений семейства паслиновые. Происходит из тропических регионов Южной Америки. Плод петунии – двухсворчатая коробочка с мелкими семенами, растрескивающиеся при их созревании. Это теплолюбивое и светлолюбивое растение, требующее регулярного полива. Так что вам придется эту петунечку поливать каждый день. Легко и весело выращивать. Так что вам будет весело и увлекательно ее выращивать, когда вы будете заботиться об этом цветочке. Как вырастить петунию? Наполни горшочек петунии грунтом. Посей семена, равномерно распределяя их по поверхности. Полей грунт водой. Накрой горшочек полиэтиленовой пленкой регулярно раз в 2-3 дня. Поливай растение, но не допускай засыхания и избытка влаги. Третий шаг. Поставь горшочек с петунией в теплое освещенное место. Первые восходы появятся через 10-15 дней. При появлении у ростков первого листа сними с горшочка пленку. Когда на ростках появится по 3 листочка, проведи рассаду. Вот так выглядит наша инструкция, как поэтапно посадить нашу петунию. И потом полезные советы. Семена петунии лучше прорастают во взрыхленной питательной земле. Для обильного и продолжительного цветения петунию следует регулярно подкармливать раз в 2 недели комплексными удобрениями. Когда у растений появятся 4-5 листочков, рекомендуется рассадить их в разные горшочки большого размера. Во время цветения петунии удаляй увядшие цветы. Это стимулирует появление новых бутонов и продлевает растение. Вот так выглядит наша прекрасная петуния уже в проросшем виде. От нее выйдет такая же прекрасная петунья. После результата выросшего растения. Итак, всем пока. С вами была Маша. Результат появится где-то через 10-15 дней или где-то через месяц. В общем, когда появится результат, сразу покажу видео. Всем пока. С вами была Маша. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И также я не только покажу результат, который будет, когда расцветет моя петунечка, и еще покажу первые росточки, когда они будут прорастать и появляться. Маленькие зеленые листочки и росточки и так далее. Итак, всем пока, с вами была Маша и набор «Вырасти меня» с вот такой вот красивой петунией. Всем пока, с вами была Маша, ставьте лайки за вот такие вот прекрасные петунии и подписывайтесь на меня. Пока!